Скончалась всемирно известная певица Тина Тернер. Ей было 83 года. Тернер называли королевой рок-н-ролла. Она была известна такими хитами, как «The Best» и «Private Dance», ставшими частью мирового наследия. За свою почти полувековую карьеру Тина 8 раз была удостоена премии «Грэмми». Включена в список 100 величайших певцов всех времен по версии журнала «Rolling Stone». В 2021 году ее включили в зал славы рок-н-ролла в США. Свои соболезнования выразили звезды первой величины Наоми Кэмпбелл, Бейонсе, Риана, отметив, что ее музыка повлияла на каждого из них. Между тем, поклонники певицы по всему миру отдают дань уважения своему кумиру. Многие оставляют цветы и свечи у входа в ее дом в Швейцарии. Рядом люди положили записки с цитатами из композиций. Почтили память Тернера на Каннском фестивале. По мере пребывания гостей на красную дорожку звучала подборка лучших песен исполнительницы. А в США, где родилась певица, люди возложили цветы и сувениры у ее именной звезды на аллее славы в Голливуде. Тем временем некоторые поклонники узнали о смерти певицы во время представления мюзикла в ее честь в одном из театров Лондона. Она все для меня. Какая удивительная история стойкости, женской силы. Она была счастлива и права. Она казалась такой спокойной в последние годы своей жизни, а ее музыка была просто подарком. Но она просто замечательная и останется частью нашей жизни навсегда. И знать, слышать новости, когда мы начали смотреть шоу, у нас просто разрывалось сердце. Вы могли чувствовать настроение аудитории и людей. Все были просто в шоке. Тернер скончалась в Швейцарии после продолжительной болезни. Там она жила последние годы.